Всем привет, друзья! Это гуппия голубая трава. Гуппия с большими хвостиками для тех, кто любит именно вуалевых хвостатых гуппи. И также отличительная особенность породы – высокий пушистый спинной плавничок. Сейчас очень модно упоминать слово «дорсальный плавник», но это просто обозначение данного плавничка. Будем проще. Спинной плавничок у них действительно эффектный, и у самочек тоже. Но самочек мы рассмотрим позднее. Гуппи голубая травка. Сейчас они плавают в обычном аквариуме в ожидании продажи без специального света. При правильном освещении гуппи будут переливаться. У них хорошо выражен металлический окрас тела у самцов. От нежно-серо-голубого до глубокого сине-фиолетового. Самочки у них симпатичные, у них тоже окрашены и спинной плавничок, и хвостик, и спинной плавничок у них тоже пушистый. Но самочки — это только для любителей и ценителей чистой линии. Это молодые подростки, 3-4 месяца. К сожалению, нет возможности показать вам именно производителей взрослых самцов в шоу окрасе и в шоу размере, как говорится. Но у них хвостики еще в 1,5-2 раза больше, чем у этих подростков. По данному видео уже примерно можно понять и оценить степень окраса и потенциал данной гуппи. Что мне нравится в этой линии, туловище у самцов не очень тонкое, линия хорошая, крепкая. Вот и молодые самочки слетелись на кормежку, можно их рассмотреть.